Убирать за своими питомцами и поддерживать чистоту помогут жителям улицы Курчатова. На аллее вдоль дома номер 14 появятся небольшие урны со специальным кармашком для полиэтиленовых пакетов. Собаководы смогут их использовать, чтобы убирать за своими домашними питомцами во время прогулки. Очень многие уже собаководы и в Сарове, и вообще в России, начинают тоже понимать, что домашние животные – это не только радость и счастье в семье и в доме, но это ответственность, и уже стараются убирать, и это все чаще и чаще мы можем видеть на улицах, но мы должны создавать для этого какую-то инфраструктуру. Все конкурсные процедуры по закупке урн уже проведены, их должны поставить в августе. Но пока вопрос о конкретном месте расположения контейнеров остается открытым. Возможно, установить их в правильную, удобную для всех точку получится не сразу. Вещи все в благоустройстве, они такие экспериментальные, они на практике должны подтвердить свою жизнеспособность. Попробуем, сейчас найдем какую-то точку, куда ее поставим, а дальше будем смотреть, потому что ее можно будет и передвинуть в случае, если это будет не очень удобно и появятся там новые варианты. Через сайт Думы саровчане могут присылать идеи о месте установки урн Антону Ульянову. Часть жителей уже озвучили свои предложения депутату при личной встрече. Вот это хорошее место, потому что здесь часто я гуляю, например, с собакой. Где? Где-нибудь на углах можно. А вы будете ими пользоваться? Да. Да. Вдоль дороги. И на пустыре, где там коробка. Сейчас с управляющими компаниями решается вопрос обслуживания этих урн. Екатерина Опенова, Артемий Глазков, Сергей Рябов, служба новостей Саров 24.